Праздник тенниса начался в столице Северной Осетии. С 16 по 21 марта корты Асгарда принимают весеннее первенство Владикавказа. В турнире участвуют около 100 детей из разных регионов нашей страны в возрасте до 16 лет. Матчи проходят в открытом режиме. Насладиться игрой нашей перспективной молодежи может любой желающий. Те, кто никогда не видел большой теннис вживую, смогут ощутить его атмосферу. Тренеры Академии Асгард трудятся более 3 лет. Уже есть первые успехи. Вполне реальна перспектива, что Северная Осетия станет поставщиком лидеров мирового тенниса. Довольно редко у нас проводились раньше турниры. С каждым месяцем все больше и больше объем турниров у нас. Каждый месяц уже по турниру. Планируется летом по 2 турнира в месяц. То есть и постепенно теннис будет одним из передовых ведущих видов спорта в Осетии.